Ребята, ребята, мы застряли в радужном мире. Да что нам делать? Помогайте. Давайте, ребята, помогайте, лайки проставляйте, подписывайтесь прямо сейчас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Прожимайте колокольчик, пишите комментарии. Да, и вопросик дня, помните радужных друзей. Кто из радужных друзей вам нравится больше всего? Кто самый опасный? Самый опасный, мне нравится больше всего, который с короны, синий, короче. Синий? Так, а мне оранжевый апельсин крокодил этот нравится. Это такой зубами. Да. Слушайте, ребят, смотрите, радужный мир красивый, это ихнее измерение, чисто тайный секретный уровень. И мы должны будем сейчас пройти 5 уровней, и тогда мы выберемся отсюда. Маша, ты готова? Я готова, обязательно. Идем. Погнали. Погнали. Чё так сразу-то? Я не готова была к этому. Ой, так. Все, левел первый, погнали. Все, гоним. У нас есть 5 минут. А это что, паркур с лаки-блоками? Да, офигенно, да? Ничего себе, что это за кнопочка там была такая интересная? Я не знаю, ну просто давай гоним, просто бежим и это проходим. Давай. Я иду. Сейчас чуть звуки прибавлю, чтобы было погромче. Сейчас вот. Ага. О, Маша, ёшки-матрёшки! Чисто я такой стою, Маша такой, о, нажмём. Да я не на кнопку, я лаки-блок сломала, там динамит, а я думаю, о, что подобрать можно? Он такой, кабум, я такая, чего? Подобрала. Подобрала, чисто, воровка. Не воровка, не это. Смотри, очень круто. Это очень круто. Это, кстати, смотри, это как будто бы уровень этого розненького того, помнишь? Да. Так, это что, нормально уйти? Ой, поднимаюсь. Ты поднимаешься? Поднимаюсь, да. Ты давай там поднимайся. Все, идем сюда. О, я прошел! Все, первый уровень пройдем. Все? О, все! Да? О! Перемещение в радужный мир! Подожди! О! Смотри, первый замочек открывается, смотри. А мы что, должны спасти этого? Спасти его. Его схватили радужные друзья, смотрите. Чисто. Знаете, почему они радужные, разноцветные? Их раскрасил вот этот ангелочек. Так, бежим во второй уровень. Давай, побежали, короче. Офигеть, да круто! Тоже так же круто будет. Ну, очень красивая карта, кстати. Карта нереально крутая. Так, паркур, левел 2. Левел 2. Красиво. Давай, погнали, ты первая. Давай, погнали. Оп. Мастер паркура. Так. Ой, блин, я мне, короче, провалился. Оп. А у меня все нормально. Нормально, нереально. Так, все, надо догонять, Маша. Так. Так. Чистенько убежала. Бабочки. Все, подожди, я тебе таких бабочек покажу, блин. Давай, ну что ты медленно так, как старичок. Осуждаю. Так, бежим, короче. Постарела, пока паркур проходил. Ой, а что я, подожди. А что, куда? Не понял. Ой, я тоже не понял. Я тоже не поняла. Ладно, вот сюда надо, что ли? А что, на бамбуке можно ковер поставить? Было! Ой, я чуть не уплыл. Ай! Слушайте, второй уровень такой жесткий пошел. Да не, легкотня, изи. Так, слушай. Здесь, короче, проплываю. Так, я на чекпоинте, давай, тебя жду, давай. Да? Женя! Ой, да тут, слушай, меня вода, короче, сталкивает, и все, сейчас, оп. Давай, ты сможешь, давай, включи навыки водолаза, короче. Да. На краешек встань. На краешек, все, на краешек. Слушай, все. Так, отлично, все, погнали. Ну, да, ты там это прошел. Я прошел. Давай, смотри, не падай. Тут надо максимально, кстати, ребята, аккуратно. А куда тут? А вот надо. Тут что, надо нашла? Аккуратненько. Так, опа. Тут надо прям по вот этим. Оп, да, надо прям по вот этим. Ой, как красивый такой. Не, радужный, красивый, вообще такой очень паркурчик. Красиво, да. Оба, все. Оба. А куда здесь дальше? А, вон туда. Я не знаю, слушай. Так, куда? А я не знаю, пробегаю. А, вот сюда. А, вон сюда, по-моему, наверх. Наверх? Да? Я не знаю. Да, кажется. Да, вроде наверх. Смотри, тут лаки-блоки вот есть еще. Сейчас сломаем. А как ты туда забралась? Вот так? Я мастер паркура. Все, проходим вот сюда. Оп. Все, погнали вон туда, да. Вот сюда. Все, смотри. Второй уровень тоже пройден. Та-та-та-та-та. Congratulations!
все? Еще один замочек открывается. Да, смотри, второй замочек открывается. Погнали в третий уровень. Давай, давай. Ну, слушай, ну, крутой паркур, он такой. Вообще радужный, да. Очень яркий, между прочим. Факелы ставлю, забор, короче. Факелы, забор. Нормально. Третий уровень. Так, ну что, ты готов? Готов. Готов такой просто. А чё? Подожди, а куда? А вот, я прохожу дальше. Я тоже. Оп, открываю. Какая-то там это. Так, сюда, да? Лезем, короче, выше. И еще выше. Напоминаю, знаешь, что Roblox, короче. А, да-да-да, что-то такое есть. Вот чекпоинт, чекпоинт. Вот чекпоинт. Вот тут просто бежим. Ой, как красиво, слушай, это очень круто. Очень крутой, очень радужный паркурчик. Я тебе говорю. Знаете, вашего на самом деле... Ой, а куда, сюда, что ли, надо было? Нет, это тут... надо было ниже. А, тут написано, прыгай вниз, вот тут. Все, сейчас я добегу. И вот сюда вот, короче, оп. Вот смотри, круто, да, сделано? Давай. То есть вон туда, оп. Да, 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 и сюда, и ко мне. Все, погнали. Нормально. Проходим, открываем. Ой, текай, текай! Кто это? Не важно кто, ты просто это беги. Какие-то злые эти ангелы. Темные, короче, эти, нерадужные. Нерадужные, нерадостные. Они меня убивают, Женя. Вот тут тоже, так, текая. Ой, нифига, они, меня тут тоже эти появились, короче. О, тут надо прям по-сложному проходить. Так они стреляют, как ненормальные. А ты какой? Меня тоже не дают, короче, пройти. Так. Чекпоинт, все нормально. Они прям гасят, слушай, нормально. Они... А может их топориком? А, ну не знаю, попробуй. Ой, я прошел, чекпоинт. Ай, блин, прикинь, он в самом меня конце меня. Меня скинули. Да, меня тоже. Кошмар, а как это за 5 минут-то пройти? Я не знаю, так, здесь вот так. Вот так, вот так. Опа, прошел. Опять? Тикаем. Ой, они на нас вешают, короче, дебафчик вешают. Так, слушайте, молодые люди. Ой, слушай, молодые, слышишь, они опасные. А чё они такие этот? Оп, залазим. Так, ну, я так понимаю, тут надо по фасту проходить, очень, да? По фасту, да. Так, я прошла. Оп, я тоже. Опа. У нас прям какой-то хард. Пошёл. Прошли, ребята, третий уровень пройден. Справились. Мы ребята, это было, слушайте, на нас нападали нерадужные. То есть радужные, кажется, хорошие, а есть еще нерадужные, они плохие. На тебе яблоко, вот, поешь, кислинки. Да, смотрите. Сейчас, смотрите. Ой, хорошее яблоко, хорошо. Хорошо, пошел, отлично, в туалет потом хорошо сходишь. Четвертый бегает от яблоки, меня сомнительными кормит. Я нормальная, подожди. Четвертый уровень. Я это базаре улитки купила, короче. Улитки нельзя яблоки покупать, ты че? Вот так. Ну все, в туалете будем сидеть, смотреть. О, все, погнали. Вау. Ой-ой-ой. Так, скидываю его. Это реально как Обби в Роблоксе, короче. Красиво, если, да? Если, ребят, вы знаете, что такое Обби в Роблоксе. Короче, вы знаете, вы с Машей теперь фанатеем по Роблоксу. Да. Почему это теперь? Я всегда по нему фанатила. Уху! Куда? Сюда? Вот туда, вниз. Оп. Вниз? Вниз. О, все, бежим. Здесь накрываем. Ой, тут эти... Ой, они с одного раза рубятся. Слышишь, надо было там ангелочки? Просто... Ангелочки? Да, вот то эти. То есть я была права, когда сказала, что их можно просто... Да, просто одного раза бы хватило, чтобы их это... Ну, понятно, все понятно. О, а здесь надо, короче, слушай, тут надо по-умному, слышишь? А, не, вот. Все по-умному. А все, пока. Ты сейчас не найдешь. Подожди. А все, ты не найдешь. Тогда надо попасть. А, ты за мной, нифига. Да, я за тобой нашла. Нашла? Да. Так, ладно, все. Он такой, ран, типа, беги. Подожди. О, яблочки. А зачем такой быстрый? А вот. А, Маша, у меня для тебя есть подарочек, хочешь? Какой? Иди сюда. Яблочко я задумала. Нет, иди сюда, смотри. Лучше подарок. Иди сюда. Ты куда? Смотри, подарок самый лучший. У меня есть подарочек для тебя, она. Что это? Поганыч! Мухомор? А! Ну, Женя! Слушай, я вообще-то поганки не люблю. Вот ты любишь, вот ты их ешь. О, смотри, тут надо вот так разгребать. Оп-оп. Подожди, а что, все, что ли, мы прошли? Да. Да? Да? Он говорит, вы сделали это, все, четвертый уровень пройден. Let's go! Как это вообще возможно, Маш? Я не знаю. Ну это круто. Мы просто, наверное, мастера паркура. Мастера открывается, смотри, четвертый замок. А все, что ли?
Нет же. А, пятый. Уровень, короче, да. Говорит, этот фонарик. Он такой, congratulations, чисто, поздравляю. Congratulations, level 5 unlocked. Уху! Уху! О, слушай, вообще красиво, да, вот эти перелетные. Да. Пятый уровень. Давай хоть просматриваем комнату, а там прям бежим, летим. Такой, давай. Цветочки всякие, клубнички, у меня собаки за окном гавкают. Отлично, погнали. Уи! Такой найстру, говорит. Так. Ой, смотри, у меня есть кувшинка, держи. О, а у меня тоже. О, подожди, мой какой-то сундук выпал. Может, в сундуке что-то есть? А я сундук поставить не могу. Алмазный меч, смотри. О, у меня топорчик есть. Радужный. Радужный топор. Так, все, погнали! Что тут красиво это там? Улица, что ли? Граффити, что ли? Смотри, да. Радужная улица, да, смотри. Блин, красиво. Очень красиво. Ребят, красиво. Вам нравится? Нет, вообще? Ну, мне кажется, это прям очень бомбезно. Согласна. Опа! Опа! Чек-блок. Ой, нормально, не сомнитель. О, у меня теперь тоже есть радужный топорик. Отлично. Тут вот так вот. И вот сюда. О, бежим чисто так, по кувшиночам. Так, сейчас. Так, я бегу за тобой. А тут куда, воду, что ли? Пошли в воду. Да, смотри, воду, да? Ой, супер. Мне так нравится, очень что круто. Мы на интуиции просто проходим. Да, это очень круто. И смотри, у нас такие минимальные, короче, падения. Вообще. А, я упала. Минимальные падения. Поведение. Все, я тут забираюсь. Маша, поторопись. Чисто ноги в руки и беги. Да тут я вот, смотри, я уже за тобой в пятки дышу. О, ничего себе, так бежим, короче, чисто нюхай пыль из-под моих колес. Не хочу, ты что, обалдел? Нормально ко мне вообще относится, ты что? Так, а слушай, тут лабиринтик. Лабиринтик? А тут что, тупик, что ли? А тут тупик, да. А вот, подожди, а куда? А вот сюда. А вот куда? Я нашел. Я прошел. А вот проходи, короче. Подожди. Так, а куда дальше? О, вау, красиво. Ой, я прошла, все нормально. Да ничего не нормально. Нормально все. Сейчас летим. Теперь это мой самый радужный любимый уровень. Ой. Тут свинозомби. Свинохряк, я его хрякнул. Все, проходим дальше. Как у тебя там дела? У меня нормально, нереально. Все, я прошел. В смысле прошел? Сейчас я буду. Все! Стой, я сейчас перепрыгну лаву, подожди. Подожди, стой. Стоять! Молодой! Все! Так, все, молодой прошел. Смотрите, ребят, чисто. Открывается последний замочек. Все, мы освободили радужного. Мы освободили. Ребят, это крутяк. Ничего себе. Мы точно в Майнкрафте? Может, мы в Роблокс сыграли? В Роблоксе, что ли? Смотри, красиво, да? Роблокс, Майнкрафт Эдишн, короче. Роблокс, да, Майнкрафт. Слушай, красиво. Вообще красота. Ребят, вы посмотрите на небо. Здесь такая воронка из облаков, луна, красота. Бабочки еще летают. Короче, ребят, все, радужный мир пройден. Вообще, дорогие друзья. Так, срочно давай, тащи меня быстрее. О, Маша, срочная новость, короче, 6-я серия «Человека за окном» начинается. Да? Все-таки? Да. Смотри, у меня есть это помощник, он таскает меня. А тебе нормально вообще? Хорошо? Вообще офигенно, смотри. Короче, дорогие друзья, прямо сейчас ставьте лайк, потому что это 6-я серия «Человека за окном». Подписывайтесь на канал прямо сейчас. Ставьте лайки обязательно, прожимайте колокольчик и пишите ваши комментарии. Что ты делаешь? Не понимаю. И вопросик дня, знаете что? Давайте, ребята, вопросик дня в следующем. Кем бы вы хотели стать по профессии? Да, странный вопрос, но вот, например, вот этот Вася, он хочет стать строителем, и поэтому вот возит меня. Ну и он вообще-то таксистом хочет. А ты кем хочешь быть? Я блогером. Ну, я тоже. Так, все, отлично. Так, ну что ж, ребятушки, так, все. Нас, короче, надо поймать. Нас ребята писали, короче. Ребят, скорее всего, возможно, сегодня серия будет вот это про человека. Ну, заключительная, потому что мы его должны поймать. Если не поймаем, то будет еще тут следующая серия. Так, ну что ж, выдвигаемся. Давай, так. Какой план? Командир. План в следующем. Короче, ребята, смотрите, есть специальная разработка. Сейчас я вам покажу. Я понял, как его можно поймать. Пойдемте, покажу, Маш.
Давай, показывай, в смысле, понял. Да, я не поняла, как его поймать, потому что он постоянно исчезает, ну ладно. Да, но фишка в том, смотрите, знаете фильм «Охотники за привидениями»? Конечно, это не привидение, но на него работают те же самые штукенцы. Короче, рассказываю, показываю, смотри, оп, оп, так, ага. Потом оп, оп, ага. Так, ой, выше. Ага. Так, ага, такая ваша, ага. Кончились блоки, так, надо блоки ага. взять. Маша а пока так и должно не... быть? Маша пока не понимает, да, так и должно быть, Маша пока не понимает, вы тоже, ребят, не понимаете, так, у меня были блоки, так, я бегу. Ну, это, кстати, будет разработка века, короче. Хорошо. Смотрите, сейчас, вот, вот так вот, оп, ставим. Это пока убери, Маш. Хорошо, так, так уж и быть. Отлично, так, здесь что вот. Ты делаешь? Что это такое за ножки? Это ножки стула? Сейчас увидишь, короче. Так, так. Так, все, отличненько. И теперь, смотрите, мы берем вот так. Берем вот так. Нифига! Это чё? И это, короче, поле, которое в теории должно нам помочь. Ребята, смотрите, Евгений, как говорится, гений, короче. Оп. Все, смотрите, и со всех сторон есть поле. Рассказываю план капкан. Ага. Маша, короче, у нас приманка. Опять? Не опять, а снова. Хорошо. Хорошо, смотрите, она такая стоит, такая та-ра-та, ира-та, ира-та, ира-та-та-та-та. И такая, короче, бежит, бежит, бежит. Я стою тут, быстренько нажимаю, отжимаю. Ты такая забегаешь, я за тобой отжимаю. Потом он идет за тебе, я тут отжимаю, ты выбегаешь, я снова зажимаю. Он остается там, и в теории, он не сможет сбежать. Ага. Ты уверен, что он точно не сможет сбежать? Смотрите, ребята, я, короче, это дал мне житель ученый, то есть эту разработку дал житель ученый. Ну и, в принципе, там с Людочкой он дружит, я, в принципе, я думаю, доверяю. Потом мы сейчас проведем другие эксперименты, но, в принципе, проводили, он сбегал. А какие эксперименты у тебя еще, извините меня, есть? Следующий эксперимент пойдем сейчас покажу. Давай. Ребята, это будет вообще штука века. Штука века? Да, штука века. Штука века. Идем вот сюда. Ставим вот такой блок. Ага. На него ставим вот так вот редстоун. Ага. Здесь ставим вот так, вот так, вот так, вот так. Это что за этот... Смотри. Иди сюда, ты где? Потом вот так ставим еще блок. Вот так ставим еще блок. Ага. А дальше что? Так, сюда ставим рычаг. Ага. И сейчас и кое-что из-за пазухи достану. Так, вот как раз у меня в инвентаре был. Так, оп. Оп. Так, тихо-тихо, отжимаем. Так, сейчас вот сюда. Раз. Два-с. Ага. Три-с. И теперь смотри, Маш. Смотрю. Теперь вот так вот встань, чисто эксперимент. Вот так встань. Сейчас опять переманкой буду. А, Жень, ты чего? Нормально, работает, короче. Нормально вообще, вот это нормально, вот он постоянно проверяет. Отнимает, нет, отнимает? Конечно, отнимает, а как, ну, Жень, ты что с меня это? Так, сейчас, как говорится, распеканцию сделаю. Так, ну что ж. Распеканцию. В принципе, очень хорошо, смотрите, ребят, он работает. Следующее, значит, Маша, значит, видите, такая бежит. Опять его! Бежит, такая, вот здесь такая, та-ра-та-ра-та. И, короче, смотри, когда он зайдет сюда, постарайся, чтобы он как-то, не знаю, здесь встал, то есть, не знаю, подразнить его или еще как-нибудь. И проверим, можно ли его загасить. То есть, смотри, в сериях я обнаружил, что мы его никогда не пробовали загасить. И подписчики тоже об этом написали, что вы его ловите в ловушке, но загасить, в принципе, никогда не пытались. Чисто проверить, бессмертный он или нет, или его можно загасить. Ну давай, короче, если он вот как-то вот тут, если он будет, давай попробовать типа, вокруг него вот так вот по кругу побегать. Да, медленно, он не среагирует, и потом я такая, Женя, запускай! Короче, я убегаю, ты в него запускаешь, он такой, что делать? Да, потому что даже в оригинальной игре, ребята, заметьте, его нельзя, типа, загасить, ну то есть там нет каких-то предметов, которые позволяют что-то в этом таком вот сделать. Соответственно, здесь мы это все сделаем. Проверим, так скажем. Давай проверим, реально, да, хорошая идея, думаю. И теперь, ребята, надо еще проверить, можно... Там кто-то, короче, из комментариев предложил попробовать его в воду кинуть. Умеет ли он плавать? В воду, да. Ну, идея хорошая, ребят. Ну, да. Смотрите, нам сейчас надо здесь вот раскопать яму. Вот здесь. Ну-ка, подожди, а можно тут бассейн заложить? Ну-ка, еще проверим.
Заложить бассейн. О, можно. О, можно. Короче, на тебе половину этих. Давай, давай. Закладываем. Весь бассейн, да? Да, весь бассейн. Хорошо. Закладываем. Ну-ка, можно провалиться? Да, смотри, проваливаешься в воду. То есть... Замечательно. Он упадет просто в бассейн, отлично. Отлично. Слушайте, идея реально хорошая. Мы сейчас проверим, можно ли поймать его с помощью всех этих ловушек. Заметь, кстати, каждую серию ловушки разные. Я считаю, за это нужно лайк обязательно поставить. Да, ребят, лайк, короче, за креативность, потому что, ну, ловушки реально хорошие. Угу. Так. Так. Получается неплохо. И, ребят, пишите тоже разные предложения в комментариях. Даже если вам кажется, что они, не знаю, там, могут показаться немножечко глуповатые и так далее, все равно пишите, потому что это самое главное. О, у меня кончились. Я есть? У меня вот, все. Отлично. А там, не ставится, потому что там трамплин. Да, да, да. Слушайте, нормально. Ну, похоже, как будто бы здесь просто, смотрите, газон зеленый. Угу. Слушай, а как мне сюда человека за окном заманить? Смотри, рассказывай тебе план капкан. Ты бежишь, начинаешь прыгать, такая прыгаешь. Он приближается. Да, он приближается к тебе и просто вот так вот перепрыгиваешь. Ты что, издеваешься? Давай, давай, ну-ка пробуем. Да нет, ну, короче, не получится, ты чего? Получится, все, Маш, ты не думай, ты не рассуждай, короче. Ну ладно, если что, я провалюсь вместе с ним, короче. Да, да, да. О, видишь, получилось. Нормально. Ну это опасно, опасно, слушай. Опасно, но если опасно. Вдруг что, я провалюсь просто вместе с ним нормально. Да, да, я тебе-то, выплыву потом. Тебе-то вода не страшна, но мы проверим, страшна ли она ему. Так, ребят, ну что ж, будем готовиться. Давайте прятаться. Смотри, давай. Если что, проверяем первый, давай, бассейн. Давай, давай. Смотри, смотри. Если он зайдет сюда, то мы бежим на второй этаж, вот сюда, на второй этаж. И ты, короче, прям из окна вот так вот прям выпрыгиваешь, смотри. Ага. И все, и текаешь. Я думаю, он пойдет за тобой, и там мы уже посмотрим, что будет. Ага, ну ладно, давай. Хорошо. По-моему, план хороший, ребят, что скажешь? Да. Мне тоже так кажется. Так, все, идем сюда, все, ныкаемся. Можем тут вообще ныкать. Все, сидим, пердим. Так, все, тихо-тихо, сидим на стреме, не двигаемся, мы можем... Кто? Тихо, да ты ходишь? Тихо-тихо-тихо, пыши-пыши-пыши, быстренько сюда, так. Он пока не заходит, так, он пока зырит. Ну, я не знаю, ну, всякое может быть, они под шестую серию вообще оборзели! Он зашел! Женя! Так, смотри, я сейчас прячусь туда, ты его приманивай тут за камерой, я буду его снимать. Я снимаю. Тикай, он идет. Давай, прыгай. Он приближается. Он идет! Перепрыгивай уже, да, перепрыгивай. Перепрыгивай! Ичикирапура! Аля-ля! Он идет! Женя, он на меня загрелся, аля! Ой! О, провалился! Смотри! О, смотри, плавает, кажется. О, смотри, всплывает! Смотри, он что-то делает, он ломал, смотри, он не может всплыть. О, он, ребята, воды? Получилось, что ли? Смотрите, загнали. Помойся там немножко. Он. О. Где он? Не понял, подожди. Непонятно. Его нету тут нигде, Женя. Так, все, эксперимент, короче, прерван. Короче, то, что вода... Он как бы немножко попугался, я так понимаю, он не знает, что такое вода, но, в принципе, на него это не сработало. Блин, да. Ну я испугалась, капец, он так резко... Я, короче, он иду проверять, резко. А он такой... Я так, следующий эксперимент, попробуем его загасить, короче. Сюда, да, приманить его. Жень. Я просто проверял, вдруг заклинило. Ну да, конечно. Так, ну тогда... Тогда план капкан как был, короче. Я бегу, короче, его приманим, потом я вокруг него, короче, быстро гоняюсь. Он такой, у него закрытая да, я такая, пока, и все, и попробуем его, короче. И попробуем его кокнуть. Так, все, сидим тут, пердим. Так, что ж, ребята, ждем, короче, где он может прийти. Он может, в принципе, все, что... И по конце проверим эту тюрьму, сработает она или не сработает. Да, давай проверим. Проверяем. Сидим, внимание, тут, короче, это... Тревога, слушай, его нет нигде. Так, может, его и не будет? Может быть, все? Может, подожди, он точно? Может, он утонул? Ребят, ну, кстати, такое возможно. Слышал мышь летущую где-то? Да, я слышал. У нас, что ли, дом? Пошли посмотрим. Ну-ка. Давай посмотрим. Да, где-то мышь, я слышу, но пискает. Да, я тоже слышу, а где? Непонятно. Ладно, выйдем давай к морю посмотрим. Так. Да, сейчас приду. Иду.
Слушайте, где ну... Летают? Я вообще не знаю, ну где-то летает. Прикол. Mm-hmm. Так, ну в принципе никого не видно, никого не видно. Так, заходим обратно. Я тоже не понимаю, кто... Может быть, реально, может быть, он все? Мы его, походу, дело загасили, прикинь. Так. Думаешь? Надо руки помыть. Так, моем руки, давай, как моем говорится. Руки, моем руки, оп, моем так. Руки. Оп, оп. Отличненько. Что? Так посмотрел, ты странно. Что? Ты слышал? Женя! Тихо, тихо, вот он, вот он. Мэйси, все-таки он не утонул. По-моему, он все-таки не утонул. Он зашел, так иди сюда, иди Женя, сюда. Женя. Все, побежали, побежали. Куда? А, туда, подожди, мне надо твоего приманить. Вот, иди сюда. Давай, давай, приманивай, я пока туда буду. Ири-тара-пурити. А, красный свет, зеленый цвет. О! Он бежит, так, он бежит. Давай, 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 беги, 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 беги. Он прям нормально так, все, сейчас буду врубать, сейчас буду врубать. Оля-ля-ля-ля. Врубаю. О, смотри, смотри. О, ему пофигу. Завалили. И стрелы кончились. Да. У нас получилось? Да, 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 ребята. Все? То есть, что? Подожди, что столько делал? Да? Ну, по ходу дела, да. Подожди, а сколько мы... Это, нифига себе, конечно, на него пришло. Сколько, 2 стака стрел потратить, чтобы его загасить? Да-да-да. Ну, слушайте, по-моему, сработало, ребят. Так, сейчас, подождите. Нам нужно сейчас переждать еще немножко времени, и если он не появится, то мы его реально кокнули. Ну, я сомневаюсь, что он появится после такого, типа, если мы его того, он появится только тогда, если окажется, что он как бы бессмертный. Ну, я не думаю, что это как бы произойдет. Но если что, у нас есть еще вот эта штучка. Тут ага. Как бы, тут вот эти поля, видишь, через них пройти нельзя. Вот, смотрите, реально, вот попробуй, пройди. Не получается. Вот, а если я открою, смотри, ты проходишь. Видишь? А, ты не можешь пройти. Офигеть, ну-ка, подожди. А если тебе скинуть этот силовой контроллер, ну-ка, нажми и попробуй пройти. Ну-ка, пройди. Нет? Слушай, по-моему, это работает только на владельца сервера. По-моему, это только для тебя. Давай, короче, теперь ты приманкой будешь. Короче, ребят, да, смотрите, я должен забежать, он заходит за мной, я вот так закрываю, потом вот здесь и вот так закрываю. Да, слушай. Да, я не могу зайти, короче. Офигеть. Хорошо, что мы проверили. Смотри, насколько силовое поле очень сильное. Оно работает только вообще на меня, то есть на тебя даже не работает. Mm-hmm, да, на меня обычно все работает, как бы я его вижу, но я не могу пройти, короче. Даже, офигеть. Типа, ну, возможно, это силовое поле запомнило, что, типа, доступ только у Евгена Бро есть. Поэтому... Прикиньте, ребят, вот это... Нормально вообще, прикол, сейчас бы заманивали, если бы он вообще появился. Да, ты бы бежала, и ты просто такая, бац, и это, столкнулась бы. Он бы меня съел бы. Он бы реально бы съел. Так, ну что ж, ребят, мы только сейчас провели еще один эксперимент, очень важный, который показал, что это силовое поле работает только на меня. Угу. Тогда как будем поступать, получается? Ну, я приманка. Я приманка, получается. Ты приманка, получается. Так, ну что ж, будем, короче, тогда его звать, как-то искать. Так, давай на наше стандартное место, на кухню. Давай, пойдем. Ныкаемся. Ой, хорошее место, оно вообще нас не замечает. Вообще офигенское. Так, ну что ж, ребята, сидим-пердим. Так, сидим. Так, сидим. Тихо, что? А это ты, ёшкин матрёшкин, я прям реально, тихо, о! А это вот теперь не ты, он жив! В смысле, подожди, он кажется, что ты смотришь, а ну иди отсюда. Аукыш, пошёл отсюда. Так можно было. Так, смотри, он приближается. Так, сейчас я загорожу дверь. Тихо. Тихо. Он смотрит сюда. Слушайте, ребята, он вообще дикий стал к 6 серии. Надо как-то его заманить. А что нам не надо будет бежать через эту дверь? Открывай быстрее! Копай. Так, тихо. Он входит! Он заходит, так, тихо. Да-да-да, он зашел. Он зашел. Он идет сюда, так, сейчас. Женя, тихо. Давай, иди сюда, так, он идет, так, я отключаю поле. Давай, ты отключаешь, сейчас он зайдет. Смотри, мы тут. Давай, иди сюда. Заходи, не бойся, не бойся. Заходи. Все нормально. Хорошо. Опа. Смотри, попался. А, вот так, как тебе такое? А, не ожидал, да? Не ожидал, смотри. Смотри, не может выбраться. Ребята, мы что, смогли, что ли? Мы, кажется, победили. Мы победили. Смотрите, он такой стоит. Смотрите, он реально не может исчезнуть. Поле его сдерживает.
Короче, дорогие друзья, ну это была, я считаю, красивая победа. Я тоже так считаю. Мы наконец-таки смогли поймать вот это вот это чудище. Да. В общем, дорогие друзья, ставьте лайк, подписывайтесь, так ждите, стоит, она зырит, короче. Мы справились. Это была заключительная серия, то есть получается, раз мы смогли справиться, вы все говорили, когда вы его поймаете. Получается, мы его поймали, короче, вот он стоит, смотрите, не может ничего сделать. Маш, смотри просто на него. Да он реально просто стоит такой, короче, такой, такой. Все, короче, дорогие друзья, ну, как говорится, так говорится, как говорится, мы справились с заданием сложным, но можно. Смотри, не, что делать, меня поймали в коробку, из которой никогда не выберусь. Ну все, по красоте красивой получается. Он даже выпрыгнуть не сможет. Не понял. Не понял.